Всем привет, друзья! С вами, как всегда, MixGame. Это очередной ролик по игрушке Трансформеры Earth Wars. Сегодня мы с вами рассмотрим автобота Ironhide. Это у нас тоже танк. Кстати, вот Ironhide мне нравится, как выглядит. Неплохо. Превращается вот такой вот фургончик. Примерно как у Рэтчета. Но вот тут он, вид у него прикольненький. Окей. Итак, у него способность прорыв. Бросается в бой, попутно уничтожая все стены, нанося 319 единиц урона конечной цели. Способность у меня не прокачана. 35 уровня, 442 мощь. Урон 79,8, здоровье 6,770, скорость 1,7, ядер не стоит. Биография. Жесткий, злобный и бескомпромиссный. Ironhide – воин старой закалки, предпочитающий словам дело. Как глава безопасности Оптимуса Прайма, он в априори считает, что каждый является подозреваемым до момента, пока не будет доказано обратное. Но под его грубой внешней оболочкой скрывается мягкая душа, которая заботится о самой жизни и не имеет значения, механическая она или органическая, или что-то среднее. Уступает по силе только самому Оптимусу Прайму. Ну, как-то так. Окей. Погнали в бой. Так, Ironhide. А сюда давайте Ультра Магнуса поставим. Вот такой сделаем тандемчик. И полетели. Ну что, давай. Айрон в бой. Ультра Магнус на прикрытии. Вот таким образом он у нас прорывается. Ну, боец ближнего боя с хорошим здоровьем, если это еще и прокачано. Ультра Магнус, конечно, поливает вообще за здрасте. Так, давайте-ка мы вот эту штучку уничтожим. Ну и что, Ультра Магнус сейчас добьет. Ironhide тут у нас занимается своими делами. Думал, даже не выдержит. А помрет он у нас от мортиры. Но Ультра Магнус вперед смог задолбать штабчик. И победа за нами. Ну что, друзья, вот такой у нас получился с вами обзорчик на Ironhide. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайкосики, чтобы видео выходили почаще. А с вами был MixGame. Всем удачки, всем пока-пока. Чао.